Приветствую, друзья! С вами Марина Майорова. И сегодня я хочу с вами поделиться одной своей такой полезностью. Например, как делать живые открытки. Как вы знаете, живые открытки, они все-таки как-то привлекают внимание людей. Да? Вот, например, вот такая. Тут даже есть звук, можно послушать, да, аплодисменты такие. Так, сейчас я потише сделаю. Такая приветственная картинка, да, что вот приветствую на своей странице. Кстати, ее же я разместила еще в Инстаграм. И она такая, как открытка и мини-воронка, да. То есть вот здесь еще ссылка на ВКонтакте. Вот, например, если зайти в Инстаграм, да, вот она тоже, вот эта вот картинка живая. Если на нее перейти, вот начинать слушать. Так, где тут звук? Очень громко. 190 просмотров уже, видите, за 32 минуты. То есть вот в Инстаграме как-то более активная такая публика, да, то есть понравилось им, да, что вот пролайкали 190 раз уже вот эту картинку. Как создавать вот такие живые картинки на вашей странице, я вам сейчас покажу. Есть такая программка, она бесплатная, называется Supa. Ссылочку на нее я скину под этим видео. Можно использовать ее бесплатно, но единственное, что когда вы будете скачивать такую живую открытку, у вас на открытке будет эмблема вот с такой вот уточкой, да, и, например, вот прям такая же будет картинка, Supa написана, то есть ссылка на эту программу. Если вы, например, хотите здесь какие-то дополнительные всякие такие штучки-дрючки, там музыка, чтобы загружалась, еще там всякие примочки, да, то есть здесь вот есть вот тариф такой, переходите в цены и смотрите, то есть вот бесплатно есть период, да, то есть видео 40 секунд максимальное вы можете здесь сделать, ну, такую живую открытку видео, да, если вы платите, например, ну, грубо говоря, 1000 рублей в месяц, да, то здесь вот пропадает этот логотип, качество видео улучшается. Можно сразу экспортировать, например, не в MP4, да, потому что готовая как бы открытка, она в MP4. Также ее можно сразу в GIF, например, переделать. Ну, хотя это не проблема, есть такие программки, когда можно MP3, можно, ну, преобразовать, да, в каких-то других форматах. И также здесь вот можно еще фоновую музыку установить, да, на бесплатной версии нет фоновой музыки, это тоже не проблема. Фоновую музыку тоже можно установить при помощи других приложений. И также, да, вот премиум плюс. Ну, здесь вообще качество картинки еще выше. И плюс тут всякие вот, да, и длиннее видео, и шрифты можно свои текстовые какие-то загружать личные. Ну, одним словом, так как у нас народ любит халяву, я буду показывать именно бесплатную версию, да. Для этого вы регистрируетесь сначала, регистрация здесь, ну, такая простая, да, рефералки тут нету. Ну, вот меня сразу перебросило ко мне, потому что я, в принципе, здесь уже зарегистрирована, да. Ну, вы пройдете регистрацию на почте, подтвердите свою регистрацию и заходите сюда, да. То есть вы попадаете в личный кабинет и вот нажимаете «Создать». И здесь вам представлена куча, просто целая куча шаблонов. Не надо вам заморачиваться, придумывать какие-то свои шаблоны. Здесь уже очень много готовых версий, которые вы просто переделываете под себя. То есть здесь есть шаблоны квадратненькие, да, для сторис есть. Можно свой размер какой-то подогнать, указать для Фейсбука. Есть вот горизонтальные, да, например, там в группе какую-то живую сделать обложку, да, в группе ВКонтакте или там в сообществе в своем. И вот здесь вот переходите, да, вот здесь вот для чатов есть, да, живые вот обложки для ВК. Ну, посмотрите, эмодзи тоже там всякие смайлики, такие подвижные, там текст можете написать, вот сторисы. Живые картинки, видео сделать, посмотрите, походите. Ну, я вам рекомендую, например, вот лучшие шаблоны, да, нажать сюда, вы переходите в лучшие шаблоны, и вот тоже здесь смотрите, вот тоже есть живые картинки, вот наподобие, да, что я девочку такую сделала, только чуть-чуть я там в очках переделала, и надпись, соответственно. Вот, вот такие есть, да, распродажи, особенно вот это очень хорошо, у кого свои интернет-магазины можно делать такие вот,
посты, да, живые, как говорится. Ну вот давайте выберем сейчас что-нибудь такое, что мы можем выбрать. То есть здесь много всяких версий. Ну вот давайте, например, вот эту девушку выберем. Посмотрим, как это вообще все выглядит, да. То есть здесь вы также можете, например, что в Инстаграм, что ВКонтакте, что в Фейсбуке, сделать такую живую обложку, например, приветственную, да, как вот там я, например, сделала приветственное. И здесь вот там писать, там, я такая-то такая, там, приветствую вас на своей странице. И можно написать, чем вы там занимаетесь, ваши интересы, да. Так, сразу для вашей целевой аудитории, чтобы сразу привлечь на свою страницу, да, такой вот мини-обзорчик. Ну, давайте пустим. Вот видите, меня зовут Анна Иванова. Ее блог. И вот тут, да, вот как раз о чем я говорила. Она вкратце написала о себе и вот как раз ссылку на Инстаграм дала. Вот такую вот подвижную открытку можно сделать. То есть она состоит из двух слайдов. Можно сделать один слайд. То есть вот одна была картинка вот такая в начале, потом такая вторая, да. Вот, можно и три слайда сделать, то есть без разницы. Ну, давайте, как вообще здесь все можно поменять? Давайте на начало вот вернемся. Вот так вот, да. То есть картинку можно вообще другую какую-то, можно свою фотографию здесь поставить, да. То есть для этого вы нажимаете «Изменить фон» и «Загрузить с компьютера», да, нажимаете и загружаете свою фотографию. Или можно, например, если там не свою фотографию, а какой-нибудь там товар какой-то, да, то, соответственно, свой товар там какой-то загружаете. Или просто какую-нибудь картинку красивую, ну, давайте сейчас выберем там, например, ну, давайте тоже девушку, да, выберем. Или там собачку, кошку, чего хотите. Или цветы вообще, букет там. Так, девушка, да. То есть здесь прямо в программе можно найти различные открыточки, да. Вот здесь вот предоставлены несколько библиотек. Можно просто цвет сделать однотонный, можно градиент сделать и там текст написать, да. То есть разные. Ну вот давайте выберем какую-нибудь девушку интересную. Вот если такая, например, девушка, здесь вот сбоку можно текст писать, да, будет тоже очень удобно. Ну какая-то она печальная слишком, это слишком яркая, текст будет теряться. То есть надо смотреть и подбирать такие фотографии, чтобы текст ваш тоже не терялся. Вот на темном фоне текст будет хорошо смотреться. Так, ну вот давайте вот выберем, да, вот такую давайте выберем. Так, здесь вот видите формат, то есть можно подогнать, как что. Ну, давайте мы ее вот так вот половинчатую сделаем. Тут будет текст какой-то тоже она выбрать. И вот она, видите, у нас установилась. Да? Чтобы поменять текст, просто нажимаете на текст. Вот я кликнула два раза. И вот он текст. То есть вы здесь меняете, да, ее блог там. А вы «Приветствую я вас», да, на своей странице или там... Или это мой сайт, да, если на сайте вы будете это размещать. Ну, напишем, это мой сайт. Так. Здесь, смотрите, можно поменять шрифт, да, можно поменять размер. Вот здесь вот бегунок, то есть вот побольше сделать, да, опа, подтянуть вот это вот все, чтобы стало. Можно цвет текста поменять, да, например, вот сделаем цвет текста какой-нибудь коричневый, чтобы так сочетался с фотографией. Хоть можно даже и черный, да, тоже будет сочетаться, да. Ну, я сделаю коричневый, вот такой вот. Так, поменяли. Можно сделать контур, да, какой-нибудь, так. Там контур такой, вот видите, какая надпись, она так более броская становится. Можно сделать фон этой надписи, да, вот такой там. Ну, я просто для примера показываю, да, там потом сами посмотрите. Ну, фон, я считаю, он не нужен. Так, в данном случае здесь, потому что здесь фон вот такой вот есть, в виде штриха такого. Это все понятно, да? Шрифты поменять можно вот здесь, перечень шрифтов, да, вот выбираете любой, какой нравится, опа, и меняете. Так, соответственно, здесь можно поменьше вот так вот сделать, уменьшить его.
поменяли. Можно сделать жирненько, можно сделать с курсорчиком, можно подчеркнутый, как нравится. Можно там посередине установить, да, там вправо-влево, ну, для этого там окно должно быть побольше. А можно там сделать несколько, ну, как бы слово такое, вот шагнули еще, да, там это мой сайт, welcome там напишите, да, welcome. Вот, с этим понятно. Дальше. Наступаем на свободное поле. Как вообще вот это сделать, чтобы вот это все выезжало там по-разному, да? По-разному, чтобы у нас выезжало. Вот смотрите, сначала там такой мазок этот, да, и пошли надписи меняться. То есть вот здесь вот просто перетягиваете, и вот оно, видите, появляется. То есть когда начинается, когда заканчивается, вот при помощи вот этих вот бегунков, да, то есть растягиваете или сжимаете. Вот, например, смотрите, вот изображение, да, у нас первое выплывало, сейчас. Вот сначала появляется изображение, потом надпись «Привет», да? Вот, например, я если уберу изображение, то сначала пойдет «Привет» надпись. Вот «Привет», а потом пошло изображение, да? То есть здесь вы тоже подтягиваете по-разному. Дальше что здесь? С этим, я думаю, все понятно, да? Переходим на второй слайд. Слайды можно вообще убирать. Вот, то есть нажали, можно вот вообще убрать этот слайд. И вот у вас время первого слайда 8 секунд, второй слайд 12 секунд. Да? Можно добавлять какие-то элементы. Можно убирать элементы, какие вам не нравятся. Ну вот давайте по второму слайду посмотрим. Здесь то же самое. Можно картинку поменять. Можно надписи все поменять. Вот давайте в самый конец пойдем, чтобы мы видели все, что у нас здесь загружено. Вот, то есть просто нажимаете на надпись. И наверху вот здесь вот меняете, да, все это. Можно сделать как еще надписи, да, анимации сделать. То есть вот вы написали свою какую-то надпись и, например, сделать анимацию. Вот здесь вот нет анимации, а можно сделать анимацию, например, такую, ну, как пульсация, да. Тут много всяких вариантов: уменьшение, увеличение, вращение, да, пульсация там в ширину, вправо, влево, вниз. Посмотрите сами там, поиграетесь, да. Ну вот, например, я поставила пульсацию, да, переходы здесь с одного слайда в другое, да, тоже вот есть разные вспышки, без эффектов и прозрачность. То есть исчезает первый слайд, начинается второй слайд. Вот мы сейчас поставили пульсацию надписи, давайте посмотрим, как это будет выглядеть, да. Вот смотрите. Опа-на, и вот она прям маячит так вот, да, то есть обращает на себя внимание. Тоже, да, очень так это прикольно. Что у нас здесь еще есть? Как убрать что-то, да? Вот давайте убрать. То есть мы здесь все это видим, видим, видим. Ну вот давайте эту надпись, например, на Инстаграм, ссылку ее и уберем. Или вот подписывайтесь, да, давайте уберем. То есть здесь просто вот вы нашли, как нажимаете на подписывайся, да, и попадаете вот здесь, вот, где можно изменить, да, текст можно изменить. Также можно анимации, как это будет выплывать. Там по буквам или вот по-другому, тоже вот видите, полно всего, туман там, да, так она появляется, из тумана эта надпись, разные. Так, и, например, нам надо удалить, так, подписывайся, нам все, не нужна эта надпись, мы там передумали чего-то, лишняя она, и вот просто нажимаете на крестик, и все, она удаляется, то есть модуль убрался. Если вам что-то надо добавить, вы нажимаете «Добавить элемент», можно вот такой вот текст, то есть он уже с формулой такой будет выплывать, да, то есть вы пишете какое-то словосочетание, и, например, одно слово, оно будет выделяться, ну, вот зеленым цветом, да, и вот такие вот разные вот есть. Тоже поиграйтесь, посмотрите. Но в данный момент у нас там фон есть, поэтому простой текст добавим. Вот он, простой текст появился. Сейчас мы давайте что-то там напишем обратно, да, там заходите в гости. Вот она у нас, эта надпись, и мы ее просто вот перетягиваем, например, вот сюда, да, вот сюда. Здесь можно ее опять уменьшить немножко в размере, то слишком большая она. Заходите в гости, да, и там Инстаграм, или там ВКонтакте, или Фейсбук, там, или свой сайт какой-то указывайте, у кого что есть.
Также можете шрифт поменять. Также там, да, всякие анимации или без анимации делаете. Вот. Ну, и в принципе все. Одним словом, все вам понравилось. Если надо, вот еще добавить слайд, да, нажимаете. Все вам понравилось. И просто нажимаете сначала, например, вот сохранить, если вы там что-то еще думаете, какую-то фотку решили сделать по-другому, да, здесь вот потом загрузить ее, сохранить. Тогда у вас уже то, что вы там переделали, никуда не денется. Если вам все понравилось, просто нажимаете скачать. Нажимаете скачать. А, сохранить сначала изменения, так сохранить. Еще раз вы просто просматриваете, вот что у вас там получилось, да, вот этот ролик со всеми вашими изменениями. Все вам нравится, где-то что-то не нравится, остановились, поправили. Ну и все, одним словом, все нормально у вас, и нажимаете скачать. И вот здесь видно, да, сколько у вас кадров в секунду. Обычные видео, вот, для премиум класса, это, ну, кто там уже, да, заплатил деньги. Здесь вот есть значок, да, что премиум требуется. То есть можно GIF, как GIF ее скачать, или просто как обложку там скачать, да. Ну, вот, то, что подкрашено у нас цветом каким-то, да, тем мы можем сейчас воспользоваться. За остальное надо как бы платить, покупать. И нажимаете «Сгенерировать». Тут можно галочку, то есть вам на почту придет сообщение, когда видео уже будет готово, да, и нажимаете «Сгенерировать». Все, пошла генерация. Получили сообщение, что наше видео готово, и нажимаем «Скачать на компьютер». Все, мы скачали на компьютер, показать папки, и вот что у нас получилось. Вот такой, вот как раз, да, если бесплатная версия, у вас иконочка получается с утенком, с этим супа, да, вот так это будет все выглядеть. И то есть вот эту вот видео обложку вы ее закачиваете туда, куда вам уже надо. Да? Так, все, закрываем. Вот таким образом делаются такие живые открыточки. Очень такая хорошая бесплатная программочка. Так что пользуйтесь, применяйте, наводите красоту на своей странице и привлекайте внимание. А с вами была Марина Майорова. До новых роликов. Пока!